Итак, друзья, забавная ситуация получается. Вот у меня есть Xiaomi Mi 10T. Отличный телефон, Snapdragon 865, но сюда не приходит MIUI 13. Да? Значит, проверяю, смотрю постоянно, и MIUI 13 нет. Да, да и вообще просто никакие обновления не приходят. Я не знаю, что это почему. Но, друзья, зато в планшете Xiaomi Mi, точнее, без приставки Mi, Xiaomi Pad 5 обновление есть. Вот, ну, видите, вот здесь я показываю, что обновлений нет. Вот только что проверял. Соответственно, обновление есть, и мало того, что я, как только его распаковал, здесь появился MIUI 13, так еще и, друзья, MIUI 13 пришло еще и новое обновление, MIUI 13.0.2.0, как я понимаю. Да, вот, было MIUI 13.0.1.0, а теперь 0.2.0, друзья. То есть регулярно приходит, вот в данном случае это была система безопасности Android Mark 2022 года. Безопасность системы улучшена, друзья. И что хочешь сказать? Ну, сейчас мы, как всегда, обновим. И вот я не пойму, что происходит. Здесь оно уже скачалось. Почему постоянно приходит на планшет обновление самое последнее, а вот на смартфоны, которые тоже, кстати, не старые. Mi 10T еще очень даже актуальный. Значит, очень производительный и классный. Не приходит. Я не пойму, почему, но вот так вот. Итак, друзья, забавная ситуация получается. Вот у меня есть Xiaomi Mi 10T. Отличный телефон, Snapdragon 865, но сюда не приходит MIUI 13. Да? Значит, проверяю, смотрю постоянно, и MIUI 13 нет. Да, да и вообще просто никакие обновления не приходят. Я не знаю, что это почему. Но, друзья, зато в планшете Xiaomi Mi, точнее, без приставки Mi, Xiaomi Pad 5 обновление есть. Вот, ну, видите, вот здесь я показываю, что обновлений нет. Вот только что проверял. Соответственно, обновление есть, и мало того, что я, как только его распаковал, здесь появился MIUI 13, так еще и, друзья, MIUI 13 пришло еще и новое обновление, MIUI 13.0.2.0, как я понимаю. Да, вот, было MIUI 13.0.1.0, а теперь 0.2.0, друзья. То есть регулярно приходит, вот в данном случае это была система безопасности Android Mark 2022 года. Безопасность системы улучшена, друзья. И что хочешь сказать? Ну, сейчас мы, как всегда, обновим. И вот я не пойму, что происходит. Здесь оно уже скачалось. Почему постоянно приходит на планшет обновление самое последнее, а вот на смартфоны, которые тоже, кстати, не старые. Mi 10T еще очень даже актуальный. Значит, очень производительный и классный. Не приходит. Я не пойму, почему, но вот так вот. Ну что ж, друзья, обновление скачалось, установилось, и первым делом мы, конечно же, пишем тестировать его в приложении Antutu. Напомню, здесь у нас Snapdragon 860, он очень крут, единственный минус по сравнению, кстати, с Redmi Note, с Xiaomi Mi 10T, который я вам только что показал, это то, что здесь стоит DDR4, 6 гигабайт на DDR4, а там у меня стоит 8 гигабайт на DDR5, короче. Повторяем, 560. 567, там, по-моему, значит, 1000, и сейчас посмотрим, сколько будет сейчас. Поехали.
Вот они результаты. Какие у нас результаты? Да вот они. Какие были. Смотрите, такие ровные остались. Что-то немного странно, да? Такое ощущение, как будто вообще сбились все результаты. Ну, короче, один в один результаты. Один в один. Такой я вижу первый раз, честно вам скажу. Вот, если кого интересует поподробнее. Но особенно, смотрите, максимальная температура 33 градуса. Ребята, 33 градуса. Это же вообще что такое? Это же вообще ужасно холодный, значит,
значит, планшет. И вот они, результаты, друзья, ровно какие были. И все равно, несмотря на это, я советую постоянно обновляться, но коротко. Планшет немного оказался не настолько хороший, потому что, если честно, самый лучший выверенный интерфейс, значит, андроида, это на смартфоне, особенно если он такой вот лопата, да, соответственно, вот такая, как, скажем, Redmi Note 8 Pro вот у меня в руках, и на нем действительно очень удобно, приятно пользоваться всеми, потому что уже привычно все, да, поэтому не совсем удобный, приятный, привычный интерфейс на Xiaomi Pad. Вот, ну, соответственно, в данном случае вы видите, да, разделение, там, если зайдем в YouTube, тоже будет не особо приятно. Ну, непонятно, зачем излишние какие-то добавляют. Что так, это я нашел себе музыку. Так, а YouTube вот здесь. Ну вот. Ну, допустим, если я делаю вот так, да, соответственно, здесь появляется справа у нас вот это меню, которое нафиг никому не надо, непонятно зачем, оно мешает. Почему нельзя сразу же сделать на весь экран, непонятно. Друзья, ну ладно, это коротко, как-то так, обновляйтесь, зато планшет это что-то нечто. Нечто что-то. Так, друзья, вот так вот, обновляйтесь последние, до последних обновлений много, вкусно, всем пока, до свидания.